Вытянуть. Давайте не будем спекуляции. Опа! Перчатки там сброшены. Да-да, поехали. Но мы и ждали что-то такого. Вестгард против Диджей Кинга. Они за этим налет и вышли. Диджей Кинг первый удар проводит точный. Очень хороший захват сделал. Ну и Вестгард тоже, смотрите, как возвращается в бой. Им даже специальную музычку включили, чтобы веселее было. Ушел на локотник. Спрятал с рука Диджей Кинга. И вот теперь пошли удары. Пропускает Вестгард по очкам, пока Кинг впереди. Ну а вот теперь ударом Вестгард снимает шлем с Диджей Кинга и выравнивает ситуацию в этом бое. Их сравнительные характеристики успеваем мы с вами увидеть. Быстренько переводите, если не умеете считать. Фунт и, короче говоря, рост и вес. Вот так, Вестгард. Чувствую себя победителем. Поедет на 5 минут. Диджей Кинг. Ну, сложно сказать. Мне кажется, ничья. Поначалу Кинг играл веселей. Вестгард уступал своему сопернику. Но вот в концовочке Кевин выровнял ситуацию. Давайте еще раз посмотрим. Вот на вбрасывание они уже договорились. И поехали. Как далеко отбрасывать перчатки? Для того, чтобы случайно не наступить, не поскользнуться и терять преимущество в этом бою. Кевин Вестгард.